Всем привет! Сейчас мы приехали с магазина, и по горячим следам я вам хочу небольшое видео заснять. Сама над собой смеюсь, думаю, что я одна как дура, сама над собой посмейтесь и вы. Хочу рассказать, что такое у нас реклама. Вот точно, двигатель торговли, вот не дать, не взять. Или на эту рекламу ведутся все, или такие дураки, как я. У нас Кирове здесь, ну, периодично, в любом городе проводятся ярмарки выходного дня или торгового дня, там, ну, свою продукцию выставляют. И, значит, и уже несколько раз, значит, идет реклама продажи камчатской рыбы. И, значит, оператор ходит, снимает эту рыбу, она такая красивая, и очередь стоит. И бабушки, вот сплошные бабушки стоят, за редким исключением дедушка, все бабушки так вот на... Я так все смотрю, а я вообще к рыбе неровно дышу. Мне если где рыбу показывают, я вот как на сыр этот мышонок, так же я на рыбу. И мужа прошу, свози да свози меня, свози, я тоже хочу. Что там бабушке покупать, наверное, дешевая, а рыба же дорогая, она везде. Тут, ну вот свози, свози. Это ярмарка на другом конце города от нас. Сегодня мы поехали. На улице 22 градуса мороза. В кои века у нас первый раз. То все стояло. Если самый мороз 15-16, тут вот ударил небольшой мороз. Ну ладно. На улице солнышко. Хорошо, радостно. Поехали. Нашли, приехали мы туда. Вот не поверите. Действительно, стоит очередь. И большая очередь. И сплошные бабушки. Бабушки, дедушки, бабушки, бабушки, бабушки. Такие бабушки тоже вот, ну, древние. Ну, древние. Не по 50-60 лет, а вот туда, подальше. Я, значит, посмотрела на цены так и через, вытягиваясь через эту очередь. Говорю, знаешь, тут цены какие. Самая маленькая 1500. Я за 800 рыбу уже не покупаю. А она вся лежит. Такая красивая. Копчено-соленая. Холодного горячего копчения. Все. Свежей, конечно, нету там. Только вот эти все копчености. Значит, рыба Камчатки. Ну, телефон со мной. Я набираю вот эту рыбу. Там-то выловненец. Это в Охотском море. Это водится там. Это... В Финском заливе. С Камчатки там три наименования только нашла. А громкое название — рыба с Камчатки. В итоге, ведь встали в очередь. Я в очереди вообще даже в 90-е годы, когда выбрасывали там по чуть-чуть и стояли в очереди, никогда нигде не стояла. Тут встали, стоим. Все же стоят. Ехали же такую даль. Надо, значит, что-то купить. Я смотрю даже на элементарную сельдь. Килограмм 250 рублей. У меня возле дома на 230 стоит. А съездить в рыбный магазин, она стоит 210. Тут 250. Но мы же приехали сюда. Мы потратили время, бензин и все прочее. Ну, говорю, ладно, постоим хоть. Давай хоть на селедки возьмем. Но селедку мы покупаем постоянно. Я ее очень люблю. Говорю, ну, ладно, возьмем. И скумбрию копченую. Или свежую, или соленую. Мы тоже постоянно берем. Чаще всего, конечно, берем мы свежую, и сама я ее солю. Но если захочется во рту посластить, как говорится, мы покупаем копченую. Смотрю на цену. 420 рублей. Я мужу говорю, слушай, в нашем магазине 380 стоит. Но она помельче. А это написано королевская. Ну как же королевскую не купить за 20 километров от дома? По рекламе. Это же реклама. Она положила нам одну. Ай, да давайте вторую. Че гулять, так гулять. Взяли. Ну, а из деликатесов, тех, которые мы практически никогда не берем, надо что-то выбрать. А в рекламе идет, значит, чавыча, белорыбица. Там такие. Белорыбица посмотрела. 1800, по-моему. Чавыча тоже в этих же пределах. Смотрю, лежат хвосты. Чавычи. Чавыча? Да тот же кижуч там. Или там горбуша, но горбуша чуть по суше. Но все равно, но чавыча же. 1200. Взяла хвост.
У меня нет слов никаких. Это голец. 790 рублей килограмм. Ну, эта рыбка вытянула рублей на 300, по-моему. А это омуль. Подписчики, кто-нибудь есть у меня с Иркутской области, с Байкала или с тех мест? Я жила когда-то, но мы омуля больше, чем вот таких рыбешек, не ели. Такие маленькие. Это он какой здоровый. 1650 рублей килограмм. Эта рыбинка вытянула на 1300. Вот интересно, есть такой? Я спрашиваю, выберите мне там помельче. Они говорят, все примерно одинаковые. Говорю, где их вырастили? Или тоже стали выращивать, как и семгу, форель в вольерах? Нет, говорит, на Байкале она же. Тут, говорит, да знаю я омуль из Байкала. Ну вот, в итоге вся эта вкуснота и красота нам вышла на 2600. Я на 3000 покупаю пласт мяса, свинина, мы уже к нему пристроились, пристрогались. 15 килограмм по 200 рублей, 3000 мы 2 месяца едим. Тут 2600. Она, естественно, лежать не будет. Я, конечно, ее схомячу только так. Ну, куда деваться? Реклама? Реклама. Вот рванули по рекламе. Я вообще-то не ведусь, но вот тут что-то вот поехало. Вот и еду обратно и хохочу, ну и вам рассказываю. Ну и уж до кучи расскажу, что нам уже, которые люди за 50, кальций сильно вымывается из костей. Нам нужно обязательно есть кальций, а кальций не усваивается без витамина D. А витамин D у нас где, думаете? В рыбе, конечно, в рыбе. Всех больше витамина D в печени трески, там 25 суточных норм. А второе место занимает наша любимая селедка. Говорю, не зря я люблю селедку. Вот, ну не зря из всех рыб, хоть какую мне там семгу, мне форели там, и вот эти чавычи, белая рыбица, клади. Я больше всех люблю селедку. Вот оказывается, что в ней витамина D больше всего. Ну и будем наслаждаться, кушать эту рыбку. Спасибо, что в очередной раз меня послушали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Послесловие. Всю рыбку я попробовала, по кусочечку отрезала, где-то с краешку, где-то как-то. Конечно, вся рыбка очень вкусная, ну вся. Но моя селедочка лучше всех. Вот лучше всех, мне кажется. Муж больше любит скумбрию. Он тоже край отреза с хлебушком попробовал. И чавычу. Это мы будем ужинать. Сыновья придут. Посидим. Картошечки отварим. Ну, это к тому я говорю, что реклама, ну, действительно, двигатель торговли. Но не стоило ехать на другой конец города, тратить бензин и время, когда можно было процентов на 20 дешевле купить возле своего дома. И не на 2600, а на 600 рублей. Пошел, купил одну селедочку, две скумбрии и довольный вернулся домой. А бабушки там тоже делают рекламу, стоят и покупают. И до хорошей суммы-то покупает. Я когда, кстати, покупала, одна бабулька: «Дочь, а на сколько ты купила-то?» Я говорю, 2600. «Ой, хорошо, хорошо. Сейчас пенсию-то получили, так можно покупать». Я говорю, да, может, кому-то, если у кого там 30 тысяч пенсия, а у меня 8200, так больно ты не разгуляешься. Ну ладно, ну теперь все. Ну хоть вкусное все это. С удовольствием покушаем.